Здравствуйте. Два вопроса, позвольте. Первый, почему вы решили сыграть с кем 3-5-2 и каким-то как вообще оцените игру? Тречинг дуэк, джоку, игру темпо, например. Sì, è un 3-5-2 mascherato, anche nel secondo tempo è stata la stessa formazione, sono con i diversi uomini, non abbiamo cambiato la pressione, non abbiamo cambiato il modo di attaccare, abbiamo messo i diversi uomini anche sbilanciandosi un po', primo tempo non è stato di nostro livello, di sicuro non è stato, ma può capitare contro una squadra molto forte, che errori si pagano e costano caro. Ну, это было 3-5-2, можно сказать, такое замаскированное, потому что во втором тайме мы тоже не поменяли схему, мы продолжили играть так же. Мы не изменили прессинг, не изменили то, как мы атакуем. Да, какие-то определенные были изменения, футболисты были другие. Что касается первого тайма, мы провели его не на своем уровне, не на уровне Спартака, но здесь тоже нужно дать должное сопернику, который был тоже очень хороший и наказал нас за наши ошибки. Второй вопрос. Моих подписчиков интересуется, как вы готовились к этому матчу за эту паузу на форму. И в частности, перед матчем. Qualcuno è tornato il giorno prima della partita, qualcuno due giorni, qualcuno tre giorni, ma quando giochi in una grande squadra è così. A me amichevoli non mi piacciono, penso che noi produciamo bene l'energia durante la settimana e lavoriamo bene e forte. Мне в целом не нравится идея товарищеских матчей по ходу сезона. Я думаю, что мы хорошо работаем и в обычном недельном цикле. У нас было много футболистов и в национальных сборных, да, кто-то приехал за день, кто-то за два, кто-то за три, но в больших командах это всегда так. Еще раз повторю, товарищеские матчи мне в целом не очень нравятся в таком формате, поэтому я думаю, что мы производим нормальную энергию и хорошо работаем в течение обычного недельного цикла. Пожалуйста, Андрей Панков, чемпионат.com. Впервые за время вашего руководства в «Спартаке» некоторые болельщики гудели недовольны после третьего гола. Как бы вы описали вообще этот результат и в чем причины вы видите такого разгромного счета? Come si vede la situazione, perché il risultato? Quando sei in una grande società è giusto che ti fischiano. E tu devi resistere, devi essere forte, perché non è fine del mondo, perché calcio si giocherà domani, dopodomani. Si giocava prima di me, si gioca adesso e si giocherà dopo di me allo Spartak. Il tifoso ha sempre ragione. Quando perdi 0-3 in casa è giusto che fischi. В больших клубах это всегда так. Это нормально, когда болельщики освистывают, но тем не менее это не конец света. Футбол будет играться и завтра, и послезавтра. Игрался и вчера, до меня, и после будет. Поэтому освистывания, естественно, могут быть. Потому что болельщик всегда прав. Давайте еще Дмитрий Занин, Матч ТВ, потом снова сюда придем. Да, спасибо. Господин Станкович, в последнее время один из самых усиленно критикуемых игроков Спартака, защитник Абена, можете сказать, почему не получается и как вам сегодняшняя игра? Просто некоторые эксперты убеждены, что он не соответствует уровню Спартака. Абена, алкуни эксперты, дикучины, кенуны, альбе. Solo Abena? Solo Abena? Только Абена. Per me Abena è stato MVP contro Rostov. In quel momento era per lo Spartak. Adesso si è fatto due errori o un errore, lottato contro la punta forse più forte in Russia. Ok, queste sono opinioni degli altri e io continuo a ottenere meglio della mia squadra. E c'ho anche io i miei pensieri, ma non lo dico mai qua davanti a voi, mai. На мой взгляд, Абена был лучшим игроком в матче с Ростовом. И тогда он был на уровне Спартака. Сегодня, когда он допустил там две или одну
ошибку, играя против самого лучшего, возможно, нападающего в российском чемпионате, теперь ему уровню не соответствует. Ну, эксперты, наверное, лучше в этом разбираются. У меня есть, естественно, свое мнение на этот счет, но я вам его сегодня не скажу. Posso dire io. Se voi volete girare così intorno e chiedermi tutti di Abena, perché l'ho portato io, fate la domanda giusta. Fate la domanda giusta, non girate intorno. Sì, l'ho voluto io. E c'è qualche problema? Penso di no. No, perché è un ragazzo d'oro, un professionista doc. E io non lascerò che qualcuno lo mette la target sulla fronte. Ma non a lui, a nessun giocatore dello Spartak, perché ci sono io. Тут не надо ходить до около. Если вы хотите спросить, и вы имеете в виду то, что я хотел, чтобы он был в клубе, задавайте вопрос прямо. Да, я хотел, чтобы он был в клубе, это был я. Какая-то есть здесь проблема? На мой взгляд, ее нет. Бена — это прекрасный парень, хороший футболист, большой профессионал. И я не позволю, чтобы кто-то атаковал конкретного человека, его либо кого-то другого из команды. Пожалуйста, давайте, да, вы, потом Спортэкспресс. Здравствуйте, Дэн. Вот сегодня, ну, наверное, не тот результат, который хотелось получить. И результат у меня мультфон. Подскажите, как на сегодняшнем функциональном состоянии игроков сказалась пауза на игры сборных? И насколько вы вообще считаете, что такие паузы сейчас они нужны? Io è una bella domanda che, no, che ci fa riflettere anche la pausa prima, anche questa qua pausa ci fa riflettere come gestirla con i viaggi, con i ritorni, con qualche giorno libero, perché se tu lasci due giorni liberi nessuno si può spostare, ma e vale per tutti, anche per me. Se lasci 3-4 giorni sì, si possono spostare. Dopo ci pensi forse troppo, un 4 giorni liberi? Sì, può darsi, può darsi. Dopo abbiamo 9 giorni a lavorare forte. È una bella domanda, anche noi stiamo valutando di trovare un modo, perché se mi ricordo anche l'ultima volta non siamo partiti bene dopo la sosta, ma anche adesso, sì, secondo tempo non è da buttare, ma quello che dicevo ai ragazzi, prendo io la responsabilità all'intervallo, ma voi tornate prego a giocare il calcio. Abbiamo cambiato un po', ma non il modo di pressare, di giocare, solo abbiamo cambiato interpreti. Sarebbe davvero da polli molare e trovare le scuse. Io parto da me stesso, sì, ho fatto oggi errori, di sicuro, di valutazione, di scelta, è tutta responsabilità mia questo 0-3. Loro devono giocare il calcio, devono pensare a se stesso, star bene e allo Spartak. Bella domanda che mi fa riflettere come gestire la prossima pausa o la pausa lunga d'inverno. Sono tante, è diverso da quello che sono abituato, molto diverso, ma mi considero un ragazzo furbo e cercherò di trovare le risposte molto, molto presto. Sorry, stato un po' lунга, но... Хороший вопрос. Это то, о чем мы думаем, в принципе, сейчас. И думали до этого, включая все перелеты, все условия. То есть, как это, если это 2 дня выходных, когда их можно, когда их нельзя сместить, или это 3 дня, когда 4 дня. То есть для всех это одинаково. Мы не можем делать для кого-то по-разному. Естественно, нужно брать учет все обстоятельства. И мы думаем, в прошлый раз тоже, после предыдущей паузы, мы начали не очень хорошо, неудачно. Сейчас тоже, да, это такой вопрос. Но сегодня второй тайм, в принципе, нельзя сказать, что он полностью был провален. Были хорошие моменты, и это нельзя просто выбрасывать. В любом случае, ответственность моя, и ребятам я сказал это в перерыве, вы должны выходить и играть в футбол, который вы можете. Я всегда начинаю с себя. Естественно, я допустил сегодня ошибки при подготовке, они были, безусловно, и этот счет 0-3 – это моя ответственность. В целом, ваш вопрос действительно очень хороший, мы сами думаем над этим и в предстоящую зимнюю длинную паузу тоже, потому что это все по-другому, нежели привычная мне ситуация. Тем не менее, я считаю себя в этом отношении достаточно хитрым, я думаю, что быстро найду ответы на эти вопросы. Коллеги, давайте последний вопрос. Давайте Спортэкспресс и все, и встречаем Владу Сайлова. Я тогда, если можно, два вопроса объединю в один, потому что они оба
касается, возможно, одного. Анки 3. Анки 3. Рев. Первый вопрос по поводу Зиньковского. Почему не играл? Антон не оказался даже в заявке. Уже прошла информация, что он отстранен от команды, Но это слухи, Артем. Я спрашиваю, что я прочитал такое, просто я встретил Антона вот здесь, и он сказал, что он здоров. То есть, как минимум, Антон, не по здоровью. Антон, 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 grazie Dio, è per questo che devo fare le scelte, perché tutti stanno a parte Cerno, tutti sono in salute e c'è il numero di giocatori che può andare in panchina. È solo la scelta tecnica, niente altro. Ma io lo so, non so se lui riuscirà a tradurre, perché quello che non gioca è migliore in campo dopo la partita, se il risultato è negativo. È stato sempre nella storia del calcio quello che non gioca, se si perde, è migliore in campo. Però è stata solo una scelta tecnica. Abbiamo tante partite e c'è il numero fisso che può andare in panchina. Niente contro Zina, niente. È solo la scelta tecnica, devo farla. Se io lasciavo qualcun altro, sarebbe stata la stessa domanda. Siamo in tanti. Per fortuna che nessuno, a parte Cernov, è fuori per infortunio. Да, ну и слава богу, что у него, что он здоров и у него ничего нет. В этом-то и проблема, что все футболисты, которые у нас есть, за исключением Никиты Чернова, сегодня здоровы, а количество футболистов, которые можно внести в заявку, оно ограничено. Поэтому мы должны делать выбор, и сегодня выбор был таков. Это исключительно тренерский выбор, ничего более. Ну, есть такое, да, говорят, кто не играл, кто не участвовал в матче, при негативном результате всегда становится лучшим. Зачастую так говорят, при поражении, кто не участвовал, он лучший. У нас впереди еще много матчей, это просто тренерский выбор. Здесь ничего личного против Антона. Если бы выбор пал на другого футболиста, был бы такой же вопрос по отношению к другому футболисту. К счастью, у нас много есть игроков, еще раз повторюсь, за исключением Чернова, все в порядке. Да, Артем, давайте закончим. Вопрос по поводу вот этого эпизода с Барта, который был в медицинский ящик. Ma lo sai come quando qualcuno ha carattere forte come Barco, di sicuro non gli piace perdere. Penso che non è contro di qualcuno o contro, penso che la situazione, lui è molto emotivo, molto energico, anch'io sono uno energico e molto emotivo, ho detto solo che non va bene tirare i calci alle bottiglie, perché non è il messaggio che dobbiamo mandare, bottiglie non hanno le corpe, abbiamo noi le corpe, perciò capita quando qualcuno, quando si perde, capita di, come diciamo in Italia, sbroccare un pochettino e in un attimo perdere la lucidità. Ma succedono le cose. Solo che io è più forte di me, non posso stare così. Io quando vedo devo dire, ma niente di brutto, niente di nessun scontro, solo che non hanno le colpe le bottigliette d'acqua, abbiamo noi le colpe, era quello. Ну, у таких людей с сильным характером, каким является Барко, такое может быть. Им не нравится проигрывать. И эти эмоции, они могут быть направлены в целом на ситуацию, не на кого-то лично. Я не думаю, что это было против кого-то лично. Это просто эмоции. Я сам по себе эмоционален и могу понимать в какой-то мере это состояние. Я ему сказал, что ну, нехорошо пинать. Это не тот месседж, который мы должны сейчас давать, бить бутылки, потому что ну, они не виноваты. Виноваты только мы сами. Поэтому такие ситуации могут быть, и бывает, можно выплеснуть эмоции, чтобы так, разблокировать, что ли, ситуацию. Это может случаться. Еще раз повторю, что я увидел это, я не мог не вмешаться. И я ему сказал про то, что эта реакция не та, потому что бутылки не виноваты. Спасибо, Артем, спасибо, коллеги. Тре. Because every three question, every three positive question, you know. For atmosphere. Two first were positive, no? No. Okay. Perfetto. Bye. I joke, my friend. Что вы назвали бы главной причиной поражения сегодня? Come? La ragione, principale di questa sconfitta, le decisioni, pause. Se tu sei al posto mio e vedi questi ragazzi in questi 10 giorni che l'ho visto io, cioè, forse faresti le stesse scelte come me. Forse una o due no. Ma è lì che si fa la differenza tra allenatore bravo, non bravo, uno che se li vedi allenare non vedi i problemi. Dopo arriva la partita e qualche sorpresa te la trovi.
qualcuno non è in giornata, qualcuno, non lo so, non voglio parlare adesso della mia squadra, ma qualcuno è sottotono, qualcuno troppa emozione, qualcuno paura di sbagliare, non lo so, qualcuno ha viaggiato tutto il mondo, è arrivato, vuole ma non ce la fa. Ci sono tanti argomenti, tante piccole cose che influiscono alla fine del risultato. Se tu li vedevi, se eri al posto mio, stavi tranquillo anche tu, di sicuro. Ну, если бы вы были на моем месте и видели, как работали все ребята, как работала команда на протяжении этих 10 дней, возможно, вы бы сделали тот же самый выбор, который я сделал сегодня. Возможно, нет. Возможно, были бы там, одно-два каких-то несоответствия, но, тем не менее, здесь и бывают разницы там, между разными тренерами. Что касается тренировки, то мы смотрим, как они работают, как ребята выкладываются, там никаких... проблем нет. После, во время игры может уже что-то появляться, так называемые сюрпризы. Кто-то находится не в тонусе, у кого-то игра не идет, кто-то боится ошибиться, кто-то... Я не говорю конкретно о сегодняшней игре и о своей команде в целом. Кто-то мог пролететь полсвета и вернуться. То есть много-много разных факторов, которые могут повлиять на этот выбор. Ма! Io non sto cercando le scuse, questa è una sola risposta alla tua domanda. Io mi prendo tutte le responsabilità, non cerco le scuse perché li odio. Se ho sbagliato, ho sbagliato su qualche e lo accetto. Cercherò di fare meglio la prossima. Insieme ai miei giocatori, non è fine del mondo, è brutto, brucia, fa male questa sconfitta, ma non è fine del mondo, c'è ancora da giocare. Но это я сейчас только отвечал на ваш вопрос в целом. Это не сочтите это за отговорки или что-то, потому что я их ненавижу. Ответственность, естественно, на мне. Если я сделал что-то не так, это моя вина. Но никакого конца света не произошло. Мы будем продолжать вместе, все вместе с футболистами. Да, это результат плохой, да, это тяжелый результат, но мы, еще раз повторюсь, это не конец света. Спасибо. Спасибо, коллеги.